Заберем ее, да. Это что, патроны какие-то? Это что? Что в этом ящике? Тут есть базука, ребятушки! Офигеть! Не финты себе! Снайперку возьмем. Ребятушки, покажу вам снайперку. Вы просто сейчас офигеете от анимации, как это все происходит, как она стреляет. Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс, и с вами Вовкин. Ребятки, сегодня поиграем в игрушку, название которой я не знаю, потому что я скачал ее на китайском Таптапе, аналог нашего плеймаркета. И там все по-китайски, в общем, название игры я не знаю. Даже не знаю, как подписать теперь этот ролик. В общем, что-нибудь придумаю. Так, давайте поначалу пройдемся по небольшим, так сказать, настроечкам. Так, это что-то меня кто-то приглашает, по-моему, я откажусь. Так, в общем, у меня есть вот такой вот чувачок, да? И есть вот такой вот в коробочке. Он мне больше нравится, поэтому я возьму его. Вообще тут много персонажей, но я, к сожалению, еще до конца тут не разобрался. Я сыграл буквально несколько раз и думаю, блин, игрушка вроде как прикольная. В общем, нужно про нее снять. Так, смотри, тут есть всякие штучки, плюшки. Это магазин, судя по всему. Но нам-то магазин не нужен. Вот, смотри, тут какие есть персонажи. Вот, все на китайском, ты понимаешь? Я даже не знаю, как это, как кого тут будут называть. Смотри, какой крутой. В общем, персонажи тут просто дофигища. И все такие прям, ну, интересные, да? Вот, смотри, какой есть медведь. Какой коричневый бэр. Есть человек-сосиска. Прикольный, да? Согласитесь. И, ну, не знаю, много тут чего есть. Вон девчонки какие-то есть. Розовенькие, гламурные. Потом какие-то всякие прибамбасы тут. Ёк-мак, ого. Я даже до сюда сам не доходил еще. Смотри, какой бандит. Грабитель какой-то злостный. Еще разные скины, походу, тут у него есть, а? У этого что такое? Ладно, какой-то... Команда с боец. Ладно, давайте долго не будем затягивать. В общем, игрушка чем-то похожа на PUBG, наверное. Ну, в общем, шутер такой, так сказать. Но с видом, так сказать, сверху. От третьего лица, правильно это называется, так что ли? Так, в общем, ладно, давайте уже пойдем в бой. Ух, долговато заходит, конечно, но придется подождать. Так, вот, тут в процессе, кстати, можно выбрать, кем я хочу играть. Можно... Так, типа на вот этого, либо на вот этого. Так, а что у нас со звуком-то, а? Ну ладно, пускай будет вот так вот. Почему-то звук включается. Хм, странно. Ну ладно, давай. Чё, окей, я сказал. Вот, и сам прикол, что вначале можно выбирать, с каким ты оружием будешь появляться. Вот это, ребятушки, интересно. Так, сделаю, наверное, потише звук. Вот так вот. Смотрите, вот мы летим на такой вот акуле-каракуле. Смотри, да? Ох, уже, ребятушки, там пошли выстреливаться. В общем, 30 человек. Нам нужно тут выжить. Все, полетели. Все, выстка пошла. И я сразу лечу вниз. Это мой каприз. Вот в чем прикол, что я сразу буду приземляться, и у меня будет оружие. Вот это хорошо. Так. Вау ты! Заряд, давай. Быстрее, быстрее. Овечка, овечка Долли. Так. Офигеть. Смотрим, что у него было. У него такой же карбин он выбрал, как у меня. Хорошо. Ой-ой-ой, там кто-то еще был только что. Так, бежим, бежим, бежим. Так, 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 так. Да что ж такое? Быстрее! Куда ты бежишь? Ты малыш. Он какой-то, слушай, сильный. Прокачаны, видать, да? Ай-яй-яй, ребятушки, тут видите еще какая фигня, что тут мины лежат. А еще какая фигня, здесь можно... Ух ты, тут можно водить машину? Честно сказать, я тут еще не ездил ни разу на машине. Вау, нифига себе! Да ладно! Выпрыгиваем из машины. Ребятки, какой прикол, тут можно еще все крушить. Вот я стреляю, допустим, в стену, да, смотри. Где, в какой вы игре такое видели? Я, честно говоря, ни в какой. Так, мне нужно... Что мне нужно? Мне нужно... Давай поменяем оружку себе, возьмем другую. Ой-ой-ой-ой. Да нет, зачем? Куда я стрелял? О, убегаем. Убегаем от него. Я сейчас превращусь опять в человека, я знаю. Я это уже делал.
Я знаю, знаю, знаю. Главное продержаться. Вот, отлично. Отлично, отлично. Это был мой шанс, так сказать. Так, стоп, 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 стоп. А вот это что за клыки такие? Тут, может, я в кого-то сейчас зверя превращусь? Ох, мина! Фух! А что они там делают, я вообще не пойму. В чем прикол? Кабан! Смотри, вот это прикол! Кабан, надо его валить быстрее! Пока он не превратился опять в человека. Ох ты, ё-моё! А тут кто? Тут никого нету? Ладно. В общем, ребятушки, ну чё, как вам игрушка? Пишите в комментариях. Ну, мне она лично зашла. Так, давай возьмем вот эту, попробуем, что это за пушка такая. Пушка, пушка, детям не игрушка. Где аптеки? Мне нужны аптеки. Вот, смотри, залутали, хороший ящик был. Я тут еще много чего не знаю, честно сказать. Вот что это, вот это за вещь такая, вот три, вот это вот, что это такое? Не знаю, непонятно. Мины, мины, минное поле. Офигеть, бубух. Вот это там фигачево какое-то происходит. Ой, тут ящик. Аптечка, аптечка, аптечки я беру. Аптечки нам нужны. Так, а ну-ка давайте заберем ее. Да, это что, патроны какие-то? Это что в этом ящике? Тут есть базука, ребятушки. Офигеть. Не финты себе. Вот это я сейчас кого-то расфигарю. Если, конечно, найду кого-нибудь. Опа, опа. Дропчик, дропчик, дропчик. Я должен к нему попасть. Там уже все бегут к нему, ты видишь? Все к нему бегут. Но я-то прибежал первый. Так, он долго открывается, ребятушки. Целых почти 15 секунд. Надеюсь, никто меня тут сейчас не зафигарит, пока я его открываю. Это будет печально, честно сказать. Так, быстрее, быстрее, быстрее. И что там будет интересное? Короче, бронежилет и какая-то, надеюсь, крутая каска. Так, у меня жизни полно. Давай посмотрим, что здесь. Ой, вот что это за штука? Я не знаю, но я буду брать, потому что надеюсь, что мне это пригодится. Почему я не могу открыть ящик? Что за сейф? Тут что-то блестит. Что это за золотая какая-то корона была только что? Револьвер. Вот револьвер мне точно не нужен. Офигеть, ты видел там, чувак? А ну-ка, стой, 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 стой. Ой, стой, бродяга. Бабах! Ты видел? Быстрее, перезарядка. Шмяк! Так, что-то как-то... Ух ты! А, быстрее бежим! Зона сужается! Офигеть! Вот это, блин... Ой-ой-ой! Еще надо быстрее бежать! Мины! А, мины козлины! Быстрее, быстрее! А, тут бесконечно долго бежать нельзя, именно быстро, да? А, все, пока желтая вот эта полоска идет, а потом, типа, силенки-то кончаются. Это что такое? Как? Пробьем себе стенку? Думаю, что я не могу зайти? Могу. Блин, я возьму, наверное, ту пушенцию вместо базуки. Что-то она мне как-то... Базука не зашла. Так, а что это? Что? А все? А я остался один? Ребятушки, как легко стать топ-1 в игре? Это играть в эту игру. Офигеть. Тут, короче, когда зона сужается, еще тут что-то сейчас не было. Бомбардировка происходит. Вот этого я вам не показал. И в чем прикол? Вот я остался один, а знаете почему? Что, возможно, кто-то мои там противники, кто-то подорвался на мине. Вот. И может быть и такое. Вот, возможно, кого-то там просто эта бомбардировка зафигарила. Короче, блин, ну игрушка такая, честно говоря, мне понравилась. Так, мы сейчас ничего крутить не будем. Какие-то бриллиантики мне дали, это хорошо. О, какой-то подарочек.
Так, монетки, монетки, это тоже нужно. О, смотри, это у меня новый чувачок, солдат, какой-то десантник, десантура. Йоу, давай берем тебя. А потом будет девчоночка, да? Ай-яй-яй, хорошо. Вот, смотри, какой крутой. Кстати, видишь, написано Bad Boy. I'm a bad boy. Так, что тут у нас? Так, собираем все плюшечки. Это что за... странно, непонятно, что это. Какая-то эмблема, что ли? Так, хорошо. Что у нас здесь? Так, мы можем теперь, типа, поменять эмблему на вот такую, но мне это больше нравится. Какой-то, типа, заряженный револьвер. Так, ну и что? Ну и все. И давайте, наверное, опять... Подожди, стой, стой, стой. Мы же можем, по идее, его прокачать. Вот это, я не знаю, анимация, где она используется, я, честно говоря, не знаю. В игре она, не знаю, используется, не используется. Вот это эмодзи можно взять. Это когда нас убивают, появляется, у нас будет появляться какашечка. Так, ну и все, больше тут ловить, в принципе, нечего. Хотя, это что? Это нам тоже не надо. Это что? Это нам тоже не надо. Ладно, ребятушки, идем в бой. Тут можно еще прокачивать персонажей, только я не помню, где я это видел. Ну, возможно, сейчас после боя, когда выйду, я вам постараюсь найти. Так, ну что, этот парнишка, надеюсь, будет хорошо воевать. Вот здесь, кстати, можно посмотреть еще, какие бывают персонажи. Это кто такой, смотри, ух ты. Так, все. Что же взять? Давай вот эту возьмем. Снайперку возьмем. Ребятушки, покажу вам снайперку, вы просто сейчас офигеете от анимации, как это все происходит, как она стреляет. Так, вот опять наш акулолет, реактивный акулолет. Все, пошли уже пацаны там сбрасываться. Сама убийца, откройте парашют, вы что, вообще гоните, что ли? Так, все, я тоже сбрасываюсь. Полетели! Рядышком со мной какой-то типок. Блин, надо подальше, я-то со снайперкой. Мне надо прицеливаться будет еще, наверное. Так. Ух ты, у меня какой-то бинокль. Так. Офигенно, конечно. Я прицелился. О. Жертва, 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 жертва. Во, видели, как анимация? И с первого раза сразу шмяк. А вот теперь как бы его убить? На, отлично, отлично, отлично. Смотрим, что у него в рюкзаке. Вот хорошо. Ребятушки, ну что, обратили внимание на анимацию? Снайперки. Прям так, ну, блин, прикольно. Овечка. Овечка Долли. Холли Долли. Иди сюда. Блин, промазал. Сейчас я тебя вынесу, чувак. Так, стой. Куча овец бегает. Куча просто. Куча ящиков. Стой, стой, зараза такая. На, все, всех зафигарил. Так. Шмяк. Шмяк. А теперь можно... Так. На другой. Ай-яй-яй-яй-яй. О, ты чего? Вот это тут прям, слушай, жесткая заруба какая-то получается. Замесы прям такие, а? Так, там овца где-то бегает еще одна. Вот это я тут всех перемочил, вы представляете? Офигеть! Вот это круто. Так, тут мне ничего не надо в этом ящике. Так, сюда дропчик сейчас прилетит. Вот, аптеки мне нужны, аптеки важны. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сейчас мы его сразу снайперкой. Перезаряжайся быстрее! Ну а... Да что ж такое, я не могу по нему попасть, что ли? Отлично, теперь на пулемет, на автомат, вернее. Он спрятался под лестницей, ты думаешь, я тебя там не замечу? Ха-ха-ха. А я-то тебя заметил. Так, вот смотри, хороший дропчик прилетел. И нам нужно его открыть. Так, открываем, открываем. Надеюсь, меня сейчас никто тут не мочканет. Потому что как-то прям опасно. Беззащитный, сижу там, ковыряюсь, открываю всякую ерунду. Кто-то бежит. Так, хороший рюкзак и броня, хорошо. Так, а что это за бинокль такой, вот скажи мне.
Офигеть, отвали. Так. Снайперка. Ух ты, нифига себе, что это за молоток у него? Вот это да. А ну, лови гранату. Что-то граната не подействовала как-то. Эй, давай уже стрелять в тебя буду, а то ты бегаешь, бедолага, туда-сюда. Так, у меня там броня поднялась, да, целая, вот эта желтая полоса. И нас, ребятки, осталось двое тут. Так, что тут хорошенького? Ух ты, а это что за ружбайка, а? Давай возьмем ее. Мне интересно, как она стреляет. Тут есть дробаши. Ух ты, вот это прикол. Смотри, можно по бочке долбануть. О! Капец, долбанул по бочке, да? Как же мне нравится эта игра. Смотри, у него какой-то фиолетовый ящик. А, ну я уже не знаю, не узнаю, что там, но там, наверное, было что-то хорошенькое. Так, ну чего, мы тут опять победили. Наверное, все-таки, ребятушки, эта игра покамись с ботами. Хотя, черт его знает, может быть и нет. Какие-то мы части чего-то тут получили. Хорошо. Так, а теперь давайте посмотрим, как же здесь прокачивать персонажей. Что я вам обещал, то я вам, конечно же, постараюсь показать. Это что такое? Эй, что? Эй, что мне с этим делать? Ладно, назад. Что-то тут все прям высвечивается такое, прям все что-то такое интересное. Так, прокачка. Так, нам тут показывают, что мы получили гитару. Теперь я не бэтбой, теперь я парень с гитарой. Ну хорошо, пускай будет так. Что-то вот даже не знаю, что я тут делаю, на что-то я соглашаюсь. Вот, еще есть такая рыба-меч, типа рыбы. Потом скейтборд. Вот эта фигнюшка вы видели. Тостер бэтбой. И гитара. Блин, ну с гитарой, блин, тоже круто, да? Прикольно, собственно говоря. Так, и где же наши персонажи? Я вот что-то прям вообще не понимаю, где. А где-то же я это все видел. Где-то их можно было прокачать. Вот здесь. Вот, ребятушки, запомните, вот эта вот кнопочка. И вот здесь. Вот у меня, видите, вот этот картонный чувачок с коробкой на голове. У него уже четвертый левел. Вот, я его сейчас не могу уже прокачивать. Вот этот четвертый левел, потому что он дальше прокачивается за какие-то розовые штучки. А вот этот, смотри, 10 монет из 400. Опача, прокачал. Видишь, красного стало больше, и зелененького тоже. Вот. Какой у него сейчас левел? Все, тоже, наверное, четвертый. Да, четвертый. Как, что в прокачке с гитарой идет, я вообще не представляю. Что она дает? Вот тут есть что-то, описание, что это дает. Но мы не можем этого с вами прочитать, потому что все написано на китайском. Вот как-то так. Так, ну что тут еще? Вот тут много всего чего есть. Тут также есть, ну это я так понял, типа на спине всякие штучки. Там, например, сейчас, вот, да, так я и знал. Телевизор может быть на спине. Офигеть! Ютубчик включаем. Так, вот этот чувак, который после смерти бегал кабанчиком, да? Потом вот всякие костюмы тут смешные есть. Ну, реально прикольно. Так, ну как бы и все. Ладно, ребятки, на этом мы будем с вами прощаться. Пишите в комментариях, как вам игрушка, снимать ли про нее дальше. Вот, будете ли вы в нее играть, какую она игру вам напоминает. Также не забывайте про комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами был Вовкин. Пока-пока, скоро увидимся.